Привет, я Лёша Лышкин. Сейчас сделаю маленький обзор на свой еврокейс, сделанный из Лего. Ну вот, кейс ты видишь, да? Просто обычно собранный из деталек Лего, отобранных у ребенка. Дальше внутрь я запихнул питание Мотовилла, которое купил у Кирилла Трипакова-Лядова. Есть такой чувак, занимается питанием в том числе. Пока не стал, то есть, смотри, в дальнейшем, я думаю, вот эту вот панельку, ее аккуратненько просверлить, и в нее запихнуть кнопочку. И штекер, потому что штекер отсоединяется. Но это надо сделать аккуратно, пока у меня нет желания, Новый год тут только прошел. Поэтому пока я просто запихнул туда и зафиксировал. Ну вот сейчас при вас хочу пришпандорить, чтобы вот не, хотя бы не болтались вот эти штучки. Кирилл мне, когда продавал питание, дал на выбор либо специальные шайбочки, либо вот такие ножки крепления. Ну, в зависимости от того, куда крепить. Я на тот момент думал, что буду делать еврокейс из чемодана с СССР. Вот, ну, пока вот сделал, пока хватает, на самом деле, такого, потому что я никуда не планирую пока с ним выезжать, с кейсом, пока изучаю дома. Такие вот ножки, я их планирую просто через вот такие детальки Лего, которые прицеплю в нужных местах, ну, вот, например, сюда. Так, промазал. Короче, вот эти детальки, они не лего. Какой-то левак мне сын подсунул и ржет теперь. Ну, ржал, теперь плачет. Получил, потому что пиздюли. Вот, короче, взял я нормальные лего детальки. Сейчас я их внутри сделаю такую платформочку. Так вот. Музыкант в наше время, в нашей стране, обязан уметь заниматься видео, фото, монтажом всего этого. И даже Лего обязан уметь собирать и разбирать. Ну вот. Да, эти левые детальки, видишь, они прицепляются, но по толщине они другие. Нахер их. Так, возвращаемся, значит. Прицепляю вот эти наши... Наши, мои. Ваши вы будете собирать сами. Оп. Сюда. Одну сюда. Так. Вы там в комментариях пишите, если вам что-то интересно про модульные системы. Я хочу снять. Собственно, я уже начал. Короткое такое обучающее видео по модульным системам. С чего начать? Потому что много людей про это говорят. Какие-то многочасовые лекции. Мне они, если честно, я их пересматривал кучу. Ну и мне они особо ничего не дали. Никакого понимания. Наверное, только больше даже запутывали. Поэтому я просто купил одну штуку, которая будет в следующих обзорах. Не обзорах, а в следующем одном из видео, где я расскажу про модульный синтез. Чего начать. Ну, вот с чего я, собственно, начал. На самом деле, не такая страшная вещь, как кажется поначалу. Видишь, какие удобные ножки. Так. Главное не зафаршмачить, не промазать. Второй раз. Я думаю, я их уже не прикреплю. Так, сюда мы прикрепили. Ну, чуть-чуть промазал. Так, это по-русски получается. Так. Так. Ну, с этими ножками, с такими наклейких основах, главное... Да, заметьте, я не нажимаю на саму плату. Я нажимаю на пластиковые ножки. Потому что ножки... Если сломаю, ничего страшного, можно их нахер выкинуть. Купить новые. Слушай, ну прям классно держится. Так, вот эта штука будет сложнее, потому что она с
спрятаны. То есть вот этот клапан, к ней подходит питание из розетки. А вот эта шина, она не шина, а плата, она распределительная. Сюда подсоединяются уже отдельно вот эти блоки. То есть покупаешь сначала вот эту штуку. Она может быть мотовила, может еще какой-нибудь. И к ней покупаешь в зависимости от того, ну вот я могу дальше расширяться. То есть смотри, я сюда подсоединю одну плату, с которой уже буду запитывать отдельные модули свои. В дальнейшем, когда она у меня закончится, то я смогу сюда подсоединить еще одну такую же. Вот. Этот ящик, кстати говоря, получается на 84 HP. HP или HP, не знаю, как правильно говорить. Вы там в комментариях пишите. Вы или ты. Если у вас будет двое смотреть, то вдвоем пишите. Если будет один смотреть, ну, значит, ты пиши. Так, смотри. Теперь мне надо как-то... Я не хочу его разбирать. Наверное, придется чуть-чуть разобрать. Так, немножко я вытащу. Вот видишь, тут полиция. Блять, как же это сделать-то? Вот такой вот геморрой небольшой я себе придумал. Ну, знаешь, это лучше, чем, на мой взгляд, вот на данный момент, лучше, чем мне покупать полноценно еврокейс, потому что, ну, неизвестно, как долго я буду еще заниматься этими модульными синтами, понравится мне это, не понравится, а денег все-таки стоит прилично. То есть, если питание стоило 7000, вот эти детальки пластиковые от Лего стоили ведро слез моего сына. Ну, а дальше заказывал вот такую штуку. Pico Synth, Pico System 3. С ее помощью я покажу в дальнейшем тебе азы модульного синтеза, с чего это начинается. Вот видишь, VCO1. Это тот самый осциллятор. Все-таки расхерачил все это. Ну так всегда у нас на Руси было. Мы сначала делали на глазок, потом разбирали, потом приставляли к зданию еще один кусок, ну, что-то разваливалось, мы как-то латали. Так, смотри, меньше болтовни, больше делать. Здесь я уже сготовил вот эти детальки. Еще на этапе конструирования этого кейса я уже подумал, что где-то у меня ножки, я тогда их потерял, что где-то думаю, где-то же ножки-то были, вот я их на эти детальки Лего, которые ровненькие такие, да, то есть здесь вот кругляшки, а там ровненькие, я на них вот и прицеплю. Так, так, где-то была еще одна ножка. Блин, надо вот это вот сына вернуть. Эй, а забери сына. Подделки. Вот ножка нашлась. Так, еще одна. Теперь снимаем бумажки. Ой. Снимаем все аккуратно. Тут главное не торопиться и неделю до собирания не бухать, чтобы руки не тряслись. Трясутся. Так. Опа. 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 Опа, аллилуйя. Все собралось. Теперь надо как-то аккуратненько обратно все, чтобы не деформировалось ничего. Так. Так. Ой, проводочек куда? Так. Ну, вот видишь как. Охуенно все получается. Так. Ну и, конечно, когда будешь собирать свой еврокейс из Лего, старайся избегать вот таких деталек, потому что вентиляция — это все замечательно. Но когда ее слишком много, то и пыль... Ну вообще, ты понимаешь, для чего еврокейс? Да, можно было, по идее, просто положить все на столе, да подсоединить проводами по-желтому тогда и спокойно играть. Но здесь все нужно для того,
чтобы пыль не попадала на эти все схемки, микросхемки. Потому что любая попадающая пыль, я не знаю, может быть, сталкивался уже с тем, когда комп раз такой и перестает включаться. Потом ты достаешь пылесос. Вот, кстати, обязательно, я не знаю, вам нужно тоже найти будет обязательно антенку и вот этот вот шланг. Потому что без них ничего работать не будет. Вот. Так, о чем я? Да, и когда ты берешь пылесос, и внутри в блоке, это я сейчас без шуток, серьезно говорю, в блоке своего ПК, компьютера, пылесосишь, потом включаешь, и вуаля, все заработало. Кстати, некоторые есть как-то чудо-мастера, которые девушки как разводят, и такие: «Ой, у меня что-то ничего не работает, приезжайте, мастер, пожалуйста, помогите мне». Мастер такой приходит с умным видом, короче, говорит: «Ну, выйдите, погуляйте пока. Я тут кое-что очень сложное сделаю. Ну вот. А вы тогда вернетесь, и все будет работать». «Ой, да, точно, ну давайте, я пойду кофе пить с подружками». Уходит. Этот чувак достает маленький пылесос, пылесосит все это дело. И вуаля, все работает. Она приходит и думает, что он там делает что-то такое серьезное. А он на самом деле пыль протер. Так вот, чтобы твой синтезатор не проткнул или мой, нужно его защищать такую систему. Сейчас я проверю, розеточку ставлю, работает или нет все это дело. Так, ну давай попробуем. Включаем. Ну он же током нижним заросло. Так, лампочки, все, видишь, сгорелись. У меня есть, кстати, окошко такое прикольное. Может, будет светиться. Так, чем неудобен такой кейс на постоянку, это тем, что это все хлипкое на самом деле. Хлипкое в том плане, что ты хочешь такой взять и пойти в другую комнату, а это у тебя все может в руках развалиться. Сдохнуть, мать. Можно, конечно, проклеить попробовать. Но тогда сын меня не простит, если я вам заберу детальки Лего с концами. Потому что я-то ему сказал, что так. Перекантоваться, сынок. Так, это мы увеличаем. Свой первый модуль Эрика Синт. Классная штука. Смотри, тут есть VCO1, VCO2. Ой, VCO1, VCO2. Это осциллятор первый, осциллятор второй. Дальше есть, есть такая штука ADSR, но тут она просто ASR, по-моему, ASR. В общем, тут есть только ADS. Есть только атака и дикей. Это я тебе потом скажу, не забивай сейчас голову себе. Сейчас мы просто собираем пока систему нашу. Так, теперь смотри. Вот эти вот проводки, их покупать отдельно не нужно. Они, как правило, идут. Ну вот у меня есть три блока. Сейчас пока два изучаю, это хочу два. Все они шли уже с этими шлейфами. Мне не нужно специально было. То есть я их заказал в магазине. Они там стоили по $3, что ли. Но так они мне валяются пока запасные. Так, вставляем аккуратненько. Ой, что они делают? Крутожок. Сейчас специально сделать дырку, сделаем, что можем было сюда это загнать. Так, вставляем. Проверяем. Ага, лампочки горят, горят. Значит, все получилось. Так. Теперь берем математику. Как называется? Мат. Ну, короче, как вот переводится это математика. А вот тут я забыл, как она подсоединяется. Так она подсоединяется или так? Но что-то они сделали прикольное, что если ты неправильно подсоединишь, ну, я имею в виду только в этом, вот в этом исполнении, в моем, что если ты свое что-то не подсоединять, сделаешь тоже, попробуешь то же самое, и у тебя что-то сгорит, обвиняй на себя, у меня говорить не надо, что я тебе так сказал, что можно. В моем случае, видишь, оно что так, просто так оно не работает, но оно не сгорит. А другой стороной оно работает. Вот я сейчас не знаю, я правильно подсоединил или нет. Давай, так, включаю питание еще разок. Ага. Все, вот раз я нормально все подсоединил. Как устроен звук в синтезаторе? Модульно. Я покажу в другом видео, чтобы здесь не засирать. Смотри, что я делаю. Вот этот генератор VCO, это осциллятор, да? То есть генератор звука, по сути. Это электричество есть, и оно дает частоту определенную. И если ее... Даже если на самом деле два провода из розетки подсоединить к колонкам,
то тоже будет звук. Ну, просто так как частота и напряжение в ток розетки очень мощные, то колонка просто сгорит, она не выдержит такой вибрации, такого звука, такой мощи. А этот генератор делает щадящий звук. Вот, смотри, видишь, тут написано 3. То есть это треугольник. Треугольная волна. Звучит она, кстати, немножко почему-то мне напоминает синус. Не суть. Треугольная волна, то есть она получается резко, как бы диффузор резко вверх, а вниз он вот так плавно. Вот так. Вот получается. Смотри. Тон. Так, тут работает все. На чем не снялся? Какой? Смотри, вот видишь, у меня два этих блока. Вот это вот расстояние 42 HP. HP. Равен, даже не помню, чем равен. Давай посчитаем. Я точно знаю, что Pico System 3 равна 42 HP. HP. Вот. Рулетку 21 и какой-то там маленький хвостик. То есть это 200, ну, грубо говоря, 215 миллиметров. Да? Это херня все 42. То есть 215 разделить на 42 будет 5 и 10, что ли, что-то типа того. 5,10 миллиметров. То есть 1 HP равен 5,10 миллиметров. Ну, это типа 0,2 дюйма. Ну да. Вот эта одна планочка, самая маленькая, как правило, равна 2 HP. Так. Дальше что я хотел сказать. Вот у меня такой кейс на 84 HP, который здесь пока у меня еще ничего не стоит. Ну, надо закрыть. Тем еще Лего прикольен, тем, что он уже есть. Сейчас я возьму кое-что. Короче, я подрал. Вот что я успел забрать. Так. Вот чем хорошо, не надо эти плашечки покупать. Это американцам хорошо, у них там зарплаты большие. Большие другие, и они себе могут действительно позволить покупать за 1000 рублей просто кусок железячки, чтобы закрыть от пыли дырочки вот эти все. У нас зарплат таких нет, приходится изгоряться. Так, смотри, вот я сюда все вставил. Это я так просто до кучи набрал на всякий случай. В общем, подписывайся, пожалуйста, если ты еще не подписан. Ставь лайк. Нажимай на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Ты посмотри, у меня на канале разные есть видео. От туториалов, заканчивая музыкой.